Это Михаил Шевцов. Вот так виртуозно управлять кайтом молодой человек научился 5 лет назад. За это время увлечение Михаила выросло от простого хобби до профессиональных выступлений на соревнованиях мирового уровня. Молодой человек выступает за московский клуб «Серфпоинт». В течение недели катается на Плещеевом озере, а в выходные приезжает к нам, на Сенеж. Озеро Сенеж очень хорошее, акватория, как бы очень отличный кайт-спот для занятия парусными видами спорта. Вообще отличное. Здесь очень рано встает лед, и очень поздно он как бы сходит, как бы считается одним из лучших кайт-спотов. Вместе с Михаилом на лед Сенежа приехали представители еще 4 московских клубов. По словам спортсменов, Сенеж – единственное озеро в Московской области, где лед еще толстый. Спасатели предварительно замеры сделали, закрыть сезон с кайтером разрешили. Любой человек, выйдя в начале марта на лед, задастся вопросом, а крепкий ли сам лед. По словам спасателей, лед толстый, 30 сантиметров. Вот засуну руку в лунку, вытаскиваю, посмотрите, пожалуйста, действительно, лед очень толстый. Помимо простого катания на кайтах, спортсмены закрывают сезон весело с конкурсами и специальными заданиями. Правда, нам большинство из них заснять не удалось. Скорость кайта достигает до 100 км в час. Сегодня у нас будут такие конкурсы, как какой кайт у нас будет более мощный, где у нас кайтер должен перетащить на свою сторону другого кайтера. Также у нас участники будут наши, вот мы накачали, налили водой. Шарики, кайтеры должны будут из точки А в точку Б привести шарик, не порвав его. То есть так как у нас руки заняты планкой и кайт управляется кайтером двумя руками, в чем капитошку будут перевозить, ну это будет тоже весело смотреть. Потому что ребята перевозят в карманах, перевозят в зубах, шарики лопаются, вода течет, это мокро, смешно, весело. А вот, например, конкурс, в котором участникам нужно с помощью своих дыхательных навыков надуть кайт на время и потом без чьей-либо помощи собрать его. Ну вот нужно, собственно, 4 стропы, или в моем случае 5, размотать, привязать, разложить кайт, чтобы его было легко запустить вот так вот вдоль ветра. И все. Смотришь на таких ребят, и кажется, вроде все просто, и я так могу. Попросила попробовать. Но настоящий кайт встать не разрешили. Дали вот такой маленький. Запустить большой кайт мне так и не доверили, но вот, слава богу, принесли маленький. Сейчас попробуем. На первый взгляд кажется, что очень легко, но на самом деле даже поднять вот такой вот маленький кайт оказалось достаточно сложным, потому что он все время падает. Как ни крути, сноукайтинг на 100% экстремальный вид спорта, и здесь практически все зависит от ветра, а он, товарищ, крайне непостоянный. Однако с каждым годом этот вид спорта становится все популярнее. Этот сезон в Московской области закрыт, но у сноукайтеров еще есть возможность подхватить попутный ветер в Мурманске, где в 20-х числах марта пройдет заключительный в этом сезоне чемпионат России. Екатерина Косевич, Дмитрий Кузякин. Наше время.